Средняя общеобразовательная школа номер 93 совместно с Ижевской епархией продолжают набор детей в первый класс с углубленным изучением основ православной культуры. Обучение будет проходить по общеобразовательной программе с дополнительными программами по основам православной культуры, изобразительному искусству, музыке. Обучение на базе Духовно-просветительского центра, улица Свердлова, 9, полностью оснащенного под нужды обучения. Оборудована аудитория с индивидуальными партами и мультимедийной доской, спортивный зал, столовая. Обучение бесплатное. Справки по телефонам 46-80-82, 46-47-95, 8-912-750-52-34.